Глава округа Андрей Булгаков создал штаб по ликвидации последствий урагана. В данный момент особое внимание аварийных служб направлено на работы по восстановлению подачи электричества в многоквартирные дома, а также ВЗУ, которые по причине чрезвычайного происшествия оказались обесточены. У нас в городе достаточно много чрезвычайных происшествий, связанных с электричеством, с отсутствием воды и поваленных деревьев, и иных, проблем. Поэтому по степени важности просил бы в рамках штаба и дальнейших мер, и получений, и оказания содействия по самым волнующим вопросам на данный момент доложить. Постепенно бригады восстанавливают подачу электроснабжения в жилые дома и учреждения округа. Упавшие на основные автомагистрали и тротуары деревья уже убраны. Транспортное сообщение восстановлено. Ведутся работы во дворах многоквартирных домов. Также проводится мониторинг аварийных деревьев. Городской парк культуры и отдыха закрыт для посещения. Глава округа поручил провести все необходимые работы в парке в течение суток. Все последствия урагана будут устраняться аварийными бригадами и спасателями и днем, и ночью. Однако, как было отмечено на совещании, для того, чтобы полностью выполнить работы, понадобится время.